Гвардиола четвертый раз стал лучшим тренером месяца АПЛ. Испанский специалист продолжает коллекционировать награды лучшему наставнику. Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером английской премьер-лиги по итогам декабря. Таким образом, испанский специалист в четвертый раз подряд выиграл эту награду, что является рекордом для чемпионата Англии. Напомним, в декабре горожане провели в АПЛ 7 матчей, одержали 6 побед и один раз сыграли в ничью. Добавим, что Хосеп Гвардиола опередил в голосовании таких специалистов, как Сэм Эллардайс, Эвертон, Антонио Конте, Челси, Рой Ходжсон, Кристал Пэлас. Смотри также гол Дермейна Дефо в стиле Марка Ван Бастена, который признали самым красивым в минувшем месяце. По материалам сайта Newsgra.com.